Стресс – это не просто неприятное чувство. Стресс способен разрушить нас изнутри, влияя на наше физическое, эмоциональное и психическое здоровье. Постоянное напряжение может привести нас к хроническим заболеваниям. Снижение иммунитета, проблемы с сердцем, сердечно-сосудистым заболеванием и приводит дальше к стрессу, который является основой всех депрессий. Но есть и хорошие новости. Мы можем взять контроль над своими состояниями и уменьшить воздействие стресса с помощью специальных практик. Сейчас я покажу вам три практики, которые помогают нормализовать свое состояние и выйти из состояния стресса. Это три коротких упражнения, которые можно использовать повседневно, ежедневно и в любых экстремальных ситуациях в том числе. Первое. Вы должны сделать выдох полный-полный и тут же довыдох. И короткий вдох. Выдох длинный-длинный-длинный и тут же довыдох и вдох. К примеру. Итак, сделать 5-10 раз. С непривычки может закружиться голова, так как мы максимально выводим все напряжение, тут же переключается работа нервной системы и активное насыщение кислородом. Достаточно сделать 5-10 раз. После этого мы переходим ко второму. Это нажатие на точки акупунктуры, которые успокаивают и разблокируют нашу нервную систему, симпатическую и парасимпатическую. Для этого мы нажимаем на точку над губой. При надавливании мы должны ощутить границу между зубами и деснами. Вторая точка зеркальная находится под губой. Также при надавливании ощущается граница зубов и десен. И третья точка под подбородком. Граница между косточкой и мягким местом. На эти три точки мы должны надавить одновременно на 10 секунд с легким приятным усилием. По завершению отпустить, расслабление и успокоение уже начнет проявляться. И мы добавляем третье специальное упражнение, специальную дыхательную технику, замедление вдоха и выдоха, именуемый полос. Мы совершаем на протяжении 7 секунд вдох через нос и на протяжении 7 секунд выдох тоже через нос. 7 секунд вдох через нос. 7 секунд выдох через нос. Итак, мы дышим 5-10 минут. И вот в такой комбинации выдох, довыдох, вдох 10 раз, 3 точки и дыхание замедления полоза в комбинации дают быстрый и глубокий результат избавления от стрессов не просто в миру, когда мы возбудились, сэмоционировались, но даже когда мы находимся в экстремальных условиях, в экстремальной ситуации. Теперь вы знаете практики, с помощью которых вы можете контролировать свой стресс. Контролируя стресс, вы можете контролировать свое здоровье и входить в ресурсное состояние. Стресс сильно тратит нашу энергию, поэтому важно закрепить результат. Для закрепления результата я приглашаю вас на свой бесплатный мастер-класс «Как убирать стресс и тревоги за короткое время и входить в ресурсное состояние на каждый день», где мы с вами рассмотрим практики для поддержания вашего уровня энергетики и контроля стресса. Ссылка на мастер-класс находится в описании ниже под видео. Также вы можете зарегистрироваться по QR-коду, который вы видите на своем экране. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать больше о духовных практиках, подписывайтесь на мой канал. Будем заниматься. Желаю вам спокойствия и гармонии. До встречи, друзья!